Самая главная тайна в моей жизни появилась, когда мне было 15 лет. У меня была девушка. Мой отчим был очень религиозным человеком, и мы жили в небольшой консервативной общине, где я вынуждена была скрывать свое истинное «я». Мне нужно было сбежать, поэтому я работала на нескольких работах, чтобы накопить денег и поступить в университет в большом городе. Там я могла быть собой. Но мне некому было обратиться за помощью. Я жила в условиях крайней нищеты и постоянно сталкивалась с трудностями. Потом я познакомилась с другими молодыми людьми из числа ЛГБТИК+, которые тоже стремились покинуть дом. Найдя новое окружение, я почувствовала себя свободной. Впервые я почувствовала себя на своем месте. Я больше не могу вернуться домой. Но в новом созданном мною сообществе мы полностью поддерживаем друг друга и гордимся тем, кто мы есть. Теперь мы не одинокие.